Вот еще один вопрос от одного очень пытливого подписчика с моего канала в Телеграм. Я скажу, что для женщины заплакать даже проще, чем поссать. Поэтому на женские слезы не надо обращать вообще никакого внимания. Женщина может заплакать в любой момент и из-за чего угодно. Действительно, среди так называемой зоошизы большинство составляют женщины. И так получилось, что некоторых из этих защитниц прав животных я знаю лично. Так вот, это бабы, которым просто нечем заняться. И они таким образом сами себя развлекают. Они постоянно против чего-то протестуют, постоянно на что-то собирают деньги, но ни одна из них сама ничего от себя на спасение собачки или кошечки никогда не отдаст. У меня сложилось впечатление, что они таким образом просто привлекают к себе внимание. Ну и, конечно, им нравится чувствовать свою власть над животными, которых они якобы опекают. Со мной, кроме кота, живут еще две женщины. Нет, это не то, о чем вы подумали. Это моя дочь и ее мать. Так вот, они этого кота любят так, что уж прям не могут. Но вот только почему-то кормлю и лечу этого кота в основном я.